Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня готовлю суп-пюре из репки. Не так давно стала регулярно добавлять этот овощ в свой рацион, так как является очень полезным для организма и, к сожалению, многими сейчас забыт. В комментариях под видео я написала некоторые полезные свойства этого корнеплода. В кастрюлю с толстым дном я налила немного растительного масла. Буду обжаривать мелко порезанный лук и чеснок до мягкости, до золотистого цвета. Тем временем репку порежу кубиками. И яблоки подойдут кислых сортов типа семеринки. Также порежу кубиком. Добавляю их к обжаренному луку с чесноком. Приправлю солью. Добавляю немного корицы, черный молотый перец. Все вместе буду готовить около 2 минут. Затем залью водой, можно использовать овощной бульон. Так, чтобы овощи были покрыты только на 2/3 от общего объема. На сильном огне довожу до кипения, затем огонь убавляю. И на небольшом огне варю до готовности примерно около 20 минут. Затем репу с яблоками пюрирую. При необходимости до нужной консистенции добавляю воду или бульон. Или при желании можно добавить сливок. Готовый суп подаю со сметаной. Сверху для аромата посыплю щепоткой корицы. И добавлю немного зелени петрушки. Нежный ароматный суп-пюре готов. Мне остается вам пожелать приятного аппетита, хорошего здоровья и до новых встреч на видео!